Ну, в общем, к какому выводу я прихожу? Мне его когда принесли, сразу сказали, что вал согнут. Он стоял в подшипниках и гулял, бил, тот конец вилял, все, да? Здесь от посадки подшейки подшипников наваривали. Видать, прокручивалось. Наварные они. С этой стороны тоже посадка под подшипники наваривалась. Наварная. Сам центр относительно резьбы, там сбиты миллиметра на два. Эта поверхность относительно этой согнута. Центр с резьбой там вообще куда-то ушли в сторону. А резьбу, похоже, такое впечатление, как будто леркой нарезали. Она боком вот так уходит. Непонятно. Ну, с этой стороны вроде бы изгиба нету, но вот эти вот раковинки, на вот этих шишках висел подшипник. Короче, он тут болтался, бил. И при включении вот этой циркулярки, вернее, фуговального станка, происходила страшная вибрация. Станок бегал за хозяевом по всей мастерской и рассыпал, терял на ходу гайки, потому что обороты большие, все это трусится, вертится, все это разваливается. После вот этих вот ремонтов, ну, как мне было объяснено, принесли ко мне, значит, надо его теперь выровнять. Ну, вы видите, да, что если взять его в центра зажать и вот принять вот эту поверхность за ноль, мы проезжаем, перекоса на ней нет относительно друг дружки, то вот эта сторона у нас ударена. Получается, она вот сюда, ее надо туда, в ту сторону. То есть вот вал вот так вот согнутый, вот так. А здесь у нас разбег там в 5 соток получался. Ну, а здесь 5 соток гуляет, тут неровная шершавая поверхность, побитая молотками. А здесь мы уже видим, что уходит от оси вращения на 65, на 70 соток. Ну, 6,5-7 десяток. Относительно вот этой поверхности. Ну, в общем, вот такая фигня происходит. То есть он гнутый. Значит, мне надо его сначала как-то выровнять, а потом вот это все надо восстанавливать. Можно, конечно, постараться сейчас в этом месте его погреть. Потом с этой стороны его надо утопить. Его надо жахнуть кувалдой, чтобы вот этот вал согнулся. Ну, вот, вот так, да, вот он раз и прогнется. Попробовать скомпенсировать это расстояние. Но тогда у нас эти поверхности тоже неизвестно куда уйдут, а резьба тем более. Поэтому стоит ли это играться или нет, вопрос с нагревом с этим. А я попробую, наверное, сделать по-другому. Я зажму вот эту часть в кулачки патрона, выставлюся, чтобы вот тут биение было по нулям. Ну, вот, вот это место, чтобы у нас относительно оси вращения шпинделя было по нулям. Куда эта сторона у меня уйдет, абсолютно не важно. Вот этот конус, я его просто расточным резцом расточу. Если у меня здесь будет по нулям, и сам конус я расточу относительно этой поверхности, он тоже у меня между ними будет соосность. Ну, думаю, что по нулям. Ну, там, если будет какая-то соточка, 2, там, даже 5, это не полмиллиметра, это разница есть. То есть сделаем центр здесь. То же самое, эту сторону я опять же переверну, зажму в кулачки. И вот этот внутренний конус, центр, тоже проточу относительно этого, внутренним резцом. Таким образом, я надеюсь получить внутренний конус относительно этой поверхности без биения. Этот внутренний конус относительно этой поверхности у меня будет без биения. Соответственно, когда я их выставлю в центра, ну, я надеюсь, что тоже биение будет у меня, ну, если не по нулям, то хотя бы какое-то минимальное. И уже после всего вот этого можно будет думать, что делать с вот этими поверхностями. Ну, самое, что просится, потому что здесь надо восстанавливать, здесь надо наваривать. Наваривать место под подшипники, наваривать место под шкив, наваривать под гайку, перерезать эту резьбу, потому что она боком становится, и сам отрезной диск тоже боком прижимается, он начинает, он не прижат, он болтается. Раз я это буду все варить, один хрен у меня это все нагреется и тоже куда-то в сторону уйдет. То есть все мои предварительные проточки окажутся на смарку. Значит, я делаю сейчас какой вывод? Вот как она сейчас есть, я сейчас сразу навариваю здесь эти все поверхности. Ну, сначала зарисуем эти все размеры, чтобы не забыть, где что было. Навариваю их по миллиметру минимум, все поверхности буквально. И после наварки, когда вал остынет, я уже зажму его и проточу внутренний конус. Уже после всех термообработок. Куда он что пойдет, уйдет, я его сделаю. То же самое буду делать с этой стороны. Я его переверну, ну, вернее, наварю, а потом уже зажму в кулачки и потом уже расточу. То есть, если где-то что-то у меня уйдет, я потом искусственной центровкой все это компенсирую. Ну, а потом уже зажав в центра весь вал, мы его проточим и обработаем уже с одной установки сразу весь, чтобы у нас не было перестановок и не было, соответственно, биений. Ну, а потом посмотрим. Если у нас куда-то что-то, сам вал, этот, сама эта барабуля куда-то уйдет, я проточил, я могу ее тоже поверху пропылить, проточить и проточить. То есть все поверхности у нас будут ровные относительно оси вращения. Ну, я думаю, что за счет этого не потеряем балансировку вала и центровку его. Вот такой мой план. Ну, будем пробовать. И, кстати, да, вот тут были одни корпуса подшипников, потом другие. Вот сюда люди вставляли кольца упорные.
ну вот у нас корпус подшипника, и вот подшипник, опорная поверхность там глубоко получается. Вот она. А, соответственно, что я? Когда буду наваривать, я это кольцо полностью сниму, а здесь наварю просто металл. И чтобы без кольец, без лишних зазоров, без лишних люфтов, был цельная металлическая вот эта ступенька у меня. И, соответственно, еще что? Колечко тонюсенькое получилось, 2 мм. Видите, вот тут вот это отверстие, оно маленькое относительно вот этого подшипника. Я его увеличу диаметр, за счет этого я увеличу сам диаметр вот этой опорной поверхности. Потому что, если приглядеться, вот тут вот фаска на подшипнике, она практически, и пока она кончилась, у нас кончился диаметр. То есть колечко здесь упирается самым-самым кончиком, оно со временем сминается. То есть вот это мы расточим отверстие. Оно, правда, приваренное. Придется это все как-то разобрать и, соответственно, расточить. Ну, это уже поиграемся. Ну, в общем, такой план Наполеона. Сейчас навариваю, выставляю, протачиваем. Ну, а перед тем, как наваривать, надо заэскизировать. В голове не удержите все размеры. Фломастер, штангель, рисуем. В общем, вот такая штука у меня получилась, ребят. Наварил, будем протачивать. Посмотрим. Станок крутится сейчас маленько, потихоньку. Через частотник дал ему всего 6 Гц. Поэтому он крутится, я не знаю, сколько тут. Дай бог 10-12 оборотов в минуту, может быть меньше. А варил на 150 амперах, 140-150 ампер, обычным полуавтоматом. На обычным дешевым полуавтоматом, проволока 0,8. То есть сварочный аппарат углекислотный, частотник, старый древний станок 40-х годов выпуска. На нем большой точности уже не получить, но для вот таких целей замечательно. Если кто-то переживал за направляйки, ребят, ничего страшного. Сварка к чугуну не прилипает. О, тут-то нету, все чистенько. Тряпочкой протрем с маслицем, с солярочкой. И направляйки будут чистые. Так что тут все нормально. Ну и все. Сейчас он вот так вот вращаясь остынет. Но если положить, он по своим весам будет остывать, прогибаться, крутится, ну, более-менее равномерная нагрузка. Ну и все. Остывает и на большой станок уже проточен.
Итак, центрам мы с вами проточили только что. Ну, я точил, вы смотрели. Тут все красиво. Одеваю вот такой вот поводок. Одеваю все это на центр. И поджимаю задней бабкой. Поводок нужен для того, чтобы передать вращение от патрона на вал. Ну, в центрах там не удержит, тем более нам сварку точить надо. То есть где-то ударная, где-то что-то нагрузка, центр не выдержит, провернется. А центра у нас с вами высокоточные, поэтому мы их берегем и нагрузку на вращение передаем через поводок. Если без поводка, то вот она буксует, упирается в кулачок и пошло. Красота, красота. Итак, установил вал в центрах. И вот что у меня получается. Давайте вот так вот упремся. Так, подъедем. Нолик. Давайте поближе. Нолик у нас. Ну, там соточка есть в плюсе. Так, следующее. Следующее. Давайте ноль все-таки выставим получше, да? Вот она. То есть у нас биение, если есть, ну, в пределах дрожания стрелочки, так это назовем. Вот она. Вот она. И здесь. То есть получается, что вот эта поверхность относительно вот этого центра у нас нормально. Так, поехали в другую сторону. Видите, тоже дрожание в пределах нуля. Ну, вал уже где-то ржавый, где-то битый, коцанный. То есть поверхность у него идеально ровная, стрелочка дрожит. Ну, получается, вот мы и как бы поймали, да? То есть, что у нас получается? Центр проточили, это заводской центр, все, что мы с вами наточили, все, что моя была идея, оно все сработало. Вал стоит в центрах, и относительно этой поверхности у меня тут в пределах дрожания стрелки, там сотка, полторы есть. Ну, поверхность такая. Я считаю, что этого вполне достаточно для такой барабули. И теперь можно начать протачивать вот эти вещи. Поехали. Сейчас я сначала их сделаю черновую с допуском, просто гляну, достаточно я металла наварил, а потом предварительно протачиваем все плоскости.
Итак, вал у меня готов, все поверхности блестят, гаечка накручивается. Установил вал на маленький станочек. Так. Вот, он не закреплен к верстаку, он вот видите, болтается у меня. И сейчас вот в маленьком станке попробуем включить насчет балансиров. Поехали. Ну вот я руку спокойно держу, вибрации я практически не ощущаю. Вот такая штука получилась. Вот. Так что вал можно смело отдавать. Балансировку он прошел. Так что все нормально. И очередная деталь заготова. Ну а вам всем желаю здоровья, мирного неба над головой. Развивайте свое станочное оборудование. Расширяйте свои возможности. Всем пока!